Сегодня мы будем готовить печенье-веснушки. Для приготовления теста нам понадобится мука 1 кг, сметана 200 г, сливочное масло 180 г, 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка уксуса для гашения соды, цукаты 200 г. Для приготовления помадки нам понадобится 200 г темного шоколада, 50 мл 10% сливок. Просеиваем муку. Добавляем соль, соду, гашеную уксуса, 2 яйца, сахар, сметану, растопленное сливочное масло и замешиваем тесто. В процессе замешивания добавляем цукаты. Тесто убираем в полиэтиленовый пакет и даем настояться 30 минут. Достаем тесто из пакета и раскатываем скалкой или растягиваем руками в лепешку толщиной 5 мм. Стаканом или формочкой вырезаем круглые лепешки. Смазываем противень растительным маслом, выкладываем на него печенье на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекаем в духовке на 180 градусов 15-20 минут. Готовим помадку. Разогреваем в микроволновке до мягкости шоколад, добавляем в него сливки и все перемешиваем. Готовые остывшие печенье макаем одной стороной в помадку и выкладываем на решетку. Сверху каждое печенье посыпаем цукатами или другими кондитерскими присыпками. Приятного аппетита!